Привет, меня зовут Лена, и я хочу рассказать о том, как летела в Америку. У меня был ночной рейс из Внуково. Я должна была вылететь в 2:30, но, к сожалению, все пошло не так гладко, как планировалось. Из дома мы выехали в 9 вечера и к 10 уже приехали в аэропорт. Мы быстро прошли все досмотры, но на табло увидели, что мой рейс задержали уже до 3:10. Сдали багаж, я попрощалась с родными и пошла в зону вылета. Прогулялась по дьюти-фри и села возле своего выхода на посадку. Здесь наш вылет задержали еще на 1 час, но в итоге мы сели в самолет. Правда, в нем мы просидели еще 1.5 часа, не взлетая, и только в 5 утра вылетели из Москвы. Первая пересадка у меня была в Стамбуле. Я летела через компанию Turkish Airlines. Перелет занял 4 часа. Нас вкусно покормили. Мне удалось поспать. И в 9 утра я была в Турции.